В первой школе прошла акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая проводится в Десногорске уже четвертый год. Главной задачей таких мероприятий является знакомство родителей с формой и правилами проведения государственного экзамена. В этом году, в год памяти и славы, ЕГЭ проводится для родителей по истории. Цель этой акции – не проверить знания родителей по истории, а снять лишнее напряжение, потому что мы все знаем, что важно не только с какими знаниями наши дети идут на экзамен, но и в какой психологической атмосфере они готовятся к этому экзамену. Как и положено, перед началом проведения ЕГЭ прошла регистрация. Далее 12 участников акции отправились в аудиторию. Там инструктаж, объяснение, как заполнять бланки, и пора приступать к выполнению заданий. Экзамен состоял из двух частей. Первое задание с кратким ответом, второе с развернутым. Аттестация прошла с сохранением всех условий единого государственного экзамена, кроме времени его проведения. Обычно выпускникам предоставляется 3 часа 55 минут, а для родителей всего 30 минут. Поэтому мамы и папы довольно быстро справились с заданиями. Мне было сложно, потому что все равно с детьми-то в школе проходят инструктаж, их учат заполнять те же самые шрифты, как писать цифры, буквы. Это же все равно все оговаривается на каждом, я думаю, предмете. Мне с непривычки было не очень, конечно, комфортно заполнять этот бланк. Пограничные вопросы задаются, где те или иные исторические личности участвуют. И поэтому, когда без повторения, которое мать учения, очень трудно выбрать очень правильный ответ. Взрослые школьники на себе прочувствовали организацию ЕГЭ от А до Я, узнали то, к чему детей готовят целыми месяцами. Ознакомиться с результатами родители смогут в Комитете по образованию города Десногорска. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.